Личный кабинет Акрона состоит из трех основных разделов, доступ к которым находится в меню слева. Первый раздел – личный кошелек Акрона Vault. В этом блоке мы видим баланс кошелька, а также две кнопки для управления. Кнопка «Отправить» предназначена для совершения транзакций на другой счет и кнопка «Получить» для покупки монет с официального сайта посредством внешних платежных систем. Второй раздел – Акрона Майнинг. Давайте подробнее остановимся на этой странице. Блок слева отображает количество монет, которые были добыты посредством Акрона Майнинг. Внизу находится кнопка для перевода добытых монет на баланс кошелька. Нажав на нее, вы также можете включить автоделегирование, установив его либо на 100%, либо задав индивидуальное значение. При установке 100% автоделегирования один раз за сутки все добытые монеты автоматически перемещаются на баланс кошелька, и значение майнинга обнуляется. Это действие подразумевает внутреннюю комиссию в размере 0,9%. Вы можете наблюдать историю этих операций в правой части раздела «История майнинга». Также в разделе «Акрона майнинг» вы можете стать участником ноды. Список доступных нод отображается в этом списке. В нижней части страницы находится доступ к Акрона Blockchain Explorer. Это читабельный учет и статистика всех транзакций в сети. Чтобы открыть Explorer, нажмите на кнопку «Перейти». Третий раздел – профиль участника, который содержит личные данные и номер вашего счета. Для того, чтобы сменить пароль или установить дополнительную защиту, перейдите в раздел «Безопасность». Если нажать на логотип Акрона в левом верхнем углу экрана, мы попадем на главную страницу кабинета, где объединены два раздела – майнинг и личный кошелек. В нижнем правом углу находится новостной блок, который дублирует все статьи из официальных источников. Чтобы открыть интересующую вас новость, нажмите кнопку «Подробнее».